Большой улов поймали сотрудники полиции прямо на дороге. Так, сотрудники ГИБДД пресекли нелегальную перевозку краснокнижных рыб на сумму более 63 тысяч рублей. В минувшие дни на 20-м километре автодороги Кызылсар-Ыксеп с целью проверки была остановлена машина под управлением 45-летнего жителя города Красноярск. При проверке документов и осмотре транспортного средства в багажнике были обнаружены две пластмассовые тары с общим объемом на 70 литров, в которых перевозились таймень в количестве 2 штук, хариус 225 хвостов и ленок 14 хвостов. Общее количество без соответствующих документов 241 хвост. Предварительная сумма ущерба составляет около 63 тысяч рублей. Стоит отметить, что выловленные рыбы занесены в Красную книгу России и Тувы.